Салют! Медалька, привет! Да, опять кубки, опять кубки. Что же делать? Что же делать? Буду суп в них варить. Больше с ними ничего и не поделаешь. Диета, нет, правда, правда. С сексом все нормально. Ну, естественно, вы же видели. Все в порядке. Так, я тоже занимаюсь спортом. Где пельмени? Пельмени уже во мне. Простите, курить дали, пожалуйста. Я обещаю вам, я вам слезно клянусь, после России брошу курить. Привет, Украина. Украина, привет. Серега, когда в Крым? Планируешь же заканчивать карьеру? Конечно, планирую. Когда-нибудь. Вы кто? Вы кто? Мы кто? Мы люди. А сколько денег? Приз? Боже, какой голос мерзкий у меня. Какой ужасный голос. Прекрати, запрещай уже. Так, так. Сейчас так вот буду разговаривать. Все. Все. Теперь буду хорошо разговаривать. Все. Что-то за экраном сидела в машине сегодня. Меня на обидели, обидели, как всегда, они напишут. Сережа, ты моя мотивация. Так, ты кто там пишешь? Привет. Ну что, будем вставлять? Да, я буду шептом разговаривать. Да? Да. Буду ждать, кто-то будет ждать кого-то там. Ну что, как? Ну как будет ждать? Не знаю, не знаю. Опять я. Может, пониже пустить? А, может быть, знакомых поставим, как в прошлый раз попытались. Так нормально так было же у нас, когда да? мы сидели. Ну ладно. Чего? А ты перевернул? Да, перевернул. Все, слушайте, ребята, действительно голос противный. Я вот так что послушала. Кошмарная женщина, ужас. Баба прям. Маечка, маечка. Как вам майка от Genetic Club мне подарили сегодня? Две даже подарили. И мне подарили. Три тогда получается. Мне еще белые подарили. У нас теперь сможем открывать магазин с майками Genetic Club. Нормас пишет. Я не вижу ничего. Очень хочется фото с Дашей. Мне тоже хочется фото. Стоит делать хорошую некоммерческую рекламу. Че? Че еще? Че еще? Я не вижу вообще. Ты видишь так? Я вижу все. Хорошо. Много платить генетик. Нормально. Хватает. Хватает на самокат. И на снятие комнаты. С мальчиком с каким-то. Ты, кстати, с мальчиком что ли живешь? Слушай, что мне хуй сказал. Знаете, есть такая шутка прикольная, что девчонки не спешите знакомиться, встречаться с парнями. Познакомьтесь сперва со всеми его друзьями. Вдруг кто-нибудь есть посимпатичней. Вот тут не Сережа, так. Сережа. Сережа красавчик. У меня специально одни бородатые друзья. Чтобы я был самым симпатичным среди них. Лучшая подруга, лысая подруга. Даша, Игорь говорит, что. Что ты красотка. Я знаю, Игорь, спасибо тебе большое. Так, дай бит, брат. Дай бит, брат. И надо рэпчик читать здесь, на этом моменте. Йо, камон, камон, дай бит. По-русски. Йо, ко мне, ко мне. Ребенок. Помню, как-то по Boost TV шли, короче, этим песни с переводом. Да, и вот они коряво переводили на русский именно. Вот бэйби, там был ребенок. Говорят, не придумал. Ну да, Серега, накажи. Ну, чего? Интересная трансляция. Песня реклама. Даша жжет стёбно. Я рекламирую Genetic Club, абсолютно не стесняюсь. Моя большая, самая бунтарская, сумасшедшая семья, которая меня любит, холит и лелеет. Команда. Дядя Сережа тоже в команде теперь. Да. Дядя Сережа теперь тоже его завербовали. Наконец-таки. На Кубке Шанкина не буду, я увы, друзья. Мы едем в Псков. Псков. Ребятки, кто
хочет увидеть дядю Сережу и Наварскую. Welcome. Да. Что-то с Обсковым, мы ничего не мутили до сих пор. А что, надо мутить что-то? Ну да. У нас есть, если что, он я с Обсковым. Гопники у тебя, ты же говорил. Да, дружище там со мной общался. И Олеське рассказывала, она так смеялась про это, что Серега, мы с тобой, скажи, передай, как вот там, передай, что у тебя самые... Самые отчаянные гопники какие-то. Пскова. Псковские. Псковские гопники, да. Да, блин, звучит уже нормально. Псковские гопники. Красивый городок. Красивая пара пишет. Да? Нижний Новгород, давай к нам. Ну это... Это что? Серега Тарамуха тренил. Я гопник с Обскова. Оу, е, круто, здорово, наконец-то. Здорово. Хоть кто-то из своих. Ох уж эти бодибилдеры в перископе. Достали, я уже терпеть не могу этих бодибилдеров. Надо убиться об стенку. Бодибилдеры везде. Бодибилдеры. Дибилдеры. Бодибилдеры. Голос противный, брат. Слушайте, может быть мне дышать шариком гелевым перед перископами, чтобы вас не смущать своим ужасным голосом. Если честно, я когда сама слышу, мне так передергивает. Ну что же делать? Может быть, не шок. Давай новости пишет. Новости. Новости. Друзья, на новости появился спонсор. Кстати, теперь надо снимать новости 3 раза в месяц. Короче, раз. Ничего не говорил. Тебе не говорил? Нет. Еще вроде не уточнил. Мама смотрит. Две банки ставишь, что ты прибедняешься. У нас целая коробка этих джемов. Нас надарили, короче. Мы ходили, я ничего не читаю, не успеваю. Магия, не будет видос про них пилить. Они же кореш, жирные новости. Серега, жми на нос. Ча. Командирский голос. Раз рявкнул, Серега обосрался. Ну вы чё, ребят? Привет из Ропши. Привет, Ропши. Я стала хорошей, внезапно. Фу, сколько жира. Да не страшно. Я нашла дядю Сережу и стала хорошей девочкой сразу же. О, привет, Мадрид. В Мадриде надо... Мадрид. Испания. Как там в Испании? Мы туда собираемся. Ну, много куда собираемся, короче. Ананасы продавать. Ну, как там в Мадриде? Есть там бизнес? Как бизнес по продаже ананасов в Мадриде? А что будем делать в Мадриде, если мы... В Мадриде? Не знаю, что вообще делать. Слушайте, нам тут подружка Олеся Пачуля, помните Пачку, кто знает, предложила купить дом, купить или снимать, она сказала. Снимать, наверное, да? В нашем случае снимать. Снимать дом и жить семьей большой и толстой. Вчетвером. Как вы поддерживаете нас, если мы переедем в огромный дом? А, я сказала, завести коз, кур. И это что же там? Все хозяйство. И несколько физиков. О. Разводить физиков. И бикини. Скрещивать их. Что-то. Режим что? Приезжайте в выходные в Москву. У нас 20 градусов. Блин. Ух ты, ничего себе, слышишь. Жарище, блин, жарище. В Обскове хороший мед. Мед хороший, да. Мед вообще хороший. Ты ела? Мед вообще вкусный. Я мед везде ела. Главное, чтобы нет был, людей беспокоит. Снег идет, ребята снимаю. Черт. Достал этот, блин, спамер, надо его бы заблокировать. Чертов. О чем пишет? Когда в Мадрид, у нас плюс 30. А где вы живете? Из Таиланда? Из Азии? С какой-нибудь. Где Гашилла? Тебе же коров пасти будет. Я помню, у нас был там пастух в этом. И все
Очень прикольно, когда у нас была крайняя такая избушка, и всех коров вечно, ну, каждый день они с утра шли и вечером по дому их пошли. То есть коровы, они сами знают, как идти, то есть их не надо там выгонять, они, то есть, ну, ее просто там пнула из сарая, она вышла, пошла по дороге, там пошла, и пришла, и там пастух их выгуливал, и потом они шли назад все. И вечно дорога была засрана говном. И это самое, и, ну, деревней пахло такой. Заходишь так, деревня. А я сухой говно собирал, это еще, кстати. Зачем? Ну, чтобы идти поливать там всякие помидорки. Прикольно. Да, это прям. Говнецо собирал. Ну все, теперь будут новости. Теперь новости дня. Завтра. Ну, день Сережа. Миронов собирал, день Сережа собирал говно. Корове. Корове говно. Ой, ужас. Да. Добрый вечер, Серега и Дарья. Вам понравился обзор не моги по персону Сергея? Ну, весело, да, было. Да, мы посмеялись. Весело, весело. У нас чувство юмора есть, в отличие от некоторых. Мы умеем поржать. Поржать. Извините, щеки налились уже. Все, короче, хватит булки, да? Ребята, ваши ставки, как вы считаете, какое место я займу в Пскове? Давайте. Какое место по классическому бодибилдингу Дарья Юрьевна? Серег, танцуй. Танцуй, пока молодой. Первый, второй. А кто первый будет? Если кто пишет, что буду вторая, как вы считаете, кто будет первый? Да, ну даже не знаю. Не знаю, даже. Мне кажется, не знает, кроме тебя, никого. Ты очень красивая первая, Даша. Ты формишь что-то, третье хорошо. Колумбия. Я буду болеть за тебя. Спасибо. Или это ты сказал? Если Яна поедет, то тебе не светит. Кто? Какая Яна? Не знаю. Если Яна поедет, то тебе не светит. Это рифму зазвучал. Яна, бикини какая-нибудь. На самом деле, нет у меня конкуренток. Я считаю, что все девчата мои единомышленницы. Я же не соревнуюсь, я играю. Ну, а я приглашал в Перископ народ, да? Не знаю. Ты же вроде уже голос вас слышал. Ну, я не даю голос. Нет, не так. Нужно на человечка смотреть. Вы представляете, нет, он не пригласил никого из своей семьи. Так. Серега, в Мадрид будешь ехать? Пиши. Что а что в Мадриде? А что в Мадриде у тебя есть? Расскажи. У тебя есть где нам жить? Где же нам жить? Даша, ты что там? С Валентиной Азаровой знакома? Конечно. Знаешь ее? Да. Это бикинистка такая популярная. Да? В курсе ее, да? Нет. Я знаю всех. Только по фотографиям. Ой-ой-ой-ой-ой. Она моя любимая актриса. Серега, сделал хомяка. А вот так, знаешь, умеешь так? Хомячок. Хомячок, покажи свой язычок. Ну-ка, покажи мне. Как ты это делаешь? Хомячок. Ну вот, щеки надуваешь? Хомячок. Яна, это которая на СПБ первая, он говорит, взяла. И что так засмеялся, у меня аж давление подскочило.
сам комнату снимаю. Кто там, кто пишет, я не вижу. Серега. Что? Ты написал фак. Я губы. Губки а, не сомкну. Вот. Не, нужно надуть шоки. Ой, шоки. Шоки надуть. Сейчас на ней делать скриншот. Тебя отсылать. Да, а потом будет отсылать, сказать, вот смотрите, на вас меткая. Булки свои жрет. Как ты относишься к Зизу? Кто такой Зиза? Зиза Шмариш, который... Да и там есть такой. Зиза Шмариш. Почему именно тебе не... Миногорова. Миногорова. Тебя не рекомендует. Кто это? Не знаю. Минкорова. Серёж, ты читай хоть лох-то, я что-то там... Серёг, записывайся на карате, он мне пишет. Зачем нам карате? Карате, карате. Мы люди мирные. Валерон Тестерон, Валерий. Мы не дрочуны. Да, Серёж? Дрочуны. Не дрочуны. Не дрочуны теперь. Всё. Старость, не радость, молодость, гадость. А кто такая Миногорова? Что это? Вы красиво смотритесь вместе. Что со своим Гасюниным они там что-то пишут? Ребята, Гасюнину на перископ. Сидите, пожалуйста. Ничего не пишите нам про него. Мы уже устали. Мы думаем, что мы живем втроем. Я не думал, что уже втроем. Ты усыпил половину зрителей сейчас. Ты знаешь? Ну, отлично. Давай с Бакиром вот это. Кого? Зелёного? Да, зелёного. Да, ладно, пусть. Чё ты там пишешь там? Нет. Пусть. Куда спать пойдёте? Когда? Вот это. Ворот вставим. У тебя банки побольше твоего парня. Чё? Покажи им банку, Серёж. Покажи, чтобы они ослепли от твоей красоты. Вот. Вот это банка. У нас на прошлом перископе у нас... Спасибо большое за фотки, ребят, которые вы послали. Мы посмеялись. С усами? Я с усами. Когда я был с усами? Так. Че? Так, за кого покажи банки, за кого сопровождение показывает банки на высоте. А что там было у нас? Ты создавал музыку? Что? Ой. Ну ладно. Ну что, все, заканчиваем перископ? Да. Все, друзья, на этом перископ мы свой заканчиваем. Да, желаем вам спокойной ночи, всего хорошего и что? И скамейка. И все будет бенч. Все будет бенч. Увидимся завтра. Пока, толстые пальцы.